Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Сегодня приготовлю блюдо без названия, это почти запеканка или не совсем запеканка. Пирог из лапши или пицца из лапши. В общем, у меня осталась лапша, и я не знала, что приготовить. Итак, лапша, сосиски нарезала, мелко, кусочками. Помидоры. Все, что есть дома. Не все помидоры обычной формы, есть интересный. Мне он очень нравится. Нарезала лук. Сырок обычный плавленый. Самый обычный сырок. Смазываю маслом сковороду. Я ее уже смазала. Это я вам показываю, что она смазана. Нарезала помидоры. Который потолще был помидор, его сделала по половинке кругляшка. Выкладываю часть лапши, это первый слой. Капаю майонез. И укладываю помидор. Раскладываю его. Далее сосиски. Затем лук. Еще один слой лапши. Это остаток лапши. Ее не очень много. Майонез. Помидоры. Лук. И сыр. Натираю на терке. Все это в духовку. Получилось вкусно и понравилось всем. Это все небольшое видео на сегодня. Такой выход, когда осталась лапша. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.